Всех приветствую. Продолжаем знакомиться с персонажами античного мира по книге Бетти Редис «Кто есть кто в античном мире», дополняя данными из Википедии и из интернета. Иксион. Иксион – царь Лапифов, согласно Пиндару, первый человек, убивший кровного родственника. Позднейшие мифографы считали жертвой тести Иксиона Дианея. После того, как Зевс простил Иксиона убийство родственника и даже допускает того к трапезе богов, Иксион попытался овладеть Герой, но был введен в заблуждение Зевсом, подославший ему лишь признак Геры, сотворенный из облака. От этого совокупления произошел род кентавров. За свои грехи Иксион был навечно прикован к вращающемуся огненному колесу в Аиде, по другой версии, в небе. Иксион, Сизиф и Тантал были хорошо известными персонажами средневековой Европы, прежде всего по метаморфозам Овидия, и служили символами трех грехов – распутства, гордыни и жадности. Но так вкратце о Иксионе, царе Лапифов. Пока-пока, до свидания.